Всем привет, мои хорошие, с вами Даридзи, это кубический Clash Royale, я надеюсь, тебе понравится, ну, или просто подержи мне пальцем вверх и подписка, если ты еще не был на моем канале. Ну что ж, давайте посмотрим, во-первых, блин, почему я не разблокировал перед тем, как выйти, ну ладно, так бы открыли сундучок. Ну, в принципе, мы сейчас и так пооткрываем, то есть это Clash Royale, только кубический, ребят, я надеюсь, вам понравится. Смотрите, у нас лучница тут, у нас тут куры-человеки. Ладно, давайте еще раз откроем. Но это обычный. Сколько тут 4 карточки? Так, так. Отлично. Тыквенный орк хороший. А, так. Ну ладно, давайте откроем. И 19 золота. А, дротики, хорошо. Орк, подрыватель. Блистательно. Скоро откроем новый сундучок. Это очень хорошо. Система доната. Кусается немножко. Лучшее предложение. Нифига себе. Боже мой. Ну это дорого, ребят. Для меня это дорого. Я простой смертный. Не могу себе такое позволить. Так, отлично. Стали получше. А новые карты давайте улучшим. Прокачаем дротики. О, супер золотой сундук. 250 золота, это хорошо. У, курятник у нас появился. Потом гном воин. А, дротики. Эльфические лучницы. Прикольно, орк. Так, это мы можем все взять. Я предлагаю использовать. Использовать вместо... Дайте подумать, вместо кого. А, так, гигант нам нужен. 3-6 сейчас колода. Давайте 3-5 будет. Тебя улучшим. Да, улучшим. Плюс еще 12. 12 к атаке. Так, это хорошо. Нам надо лучницу улучшить. Прокачать. Да, лучницами мы играем. А, подрыватель. Давайте подрыватели прокачаем. Так, тут у нас левел повышается. Курятник новый, но он первого левела. Поэтому пока мы не будем использовать. Так, а предстоит найти карты. Тут еще много всяких крутых карт, смотрите. Вот, блистательно. Дракон, нифига себе, какой дракон. Хочу этого дракона. Так, а давайте посмотрим, знаете, чем. А, приключения пока недоступны, королевство. А, это мое королевство. Какие карты у меня есть? Галочка отмечена. Это какие у меня еще нету. Есть, это простые, есть эпические, есть вот легендарные. Это какой-то звездопад, прикольно. Дальше второе королевство это Снежные холмы. Тут таких можно выиграть чувачков. Кстати, легендарный. Я бы хотел взять легендарного. Как доступные карты? Четвертое королевство. Пятое королевство. Ух ты, елки-палки. Шестое королевство. Боже мой. Ну и все, пока 6 королевств. Так, акция. Один день, 3 часа осталось. Так, если сделать донатик, в принципе, 88 550. Посмотрю, ребят. А, в принципе, успеваю, нет, до завтра я это сделать. Один день, 3 часа. Я думаю, я успею, если что, завтра купить. А вы пишите, стоит или нет. Кстати, а технобот. Давайте купим технобота 2. 50 карт нет. Мы купим две карты технобота. Сейчас я вам покажу. А, так, карточки мои. Хочу взять их. Это типа пек, я так понимаю. Улучшим. Да, похоже на пеку. Так, улучшим. Да, елки-палки, улучшим. Второй левел. Здоровье, урон, секунду. Давайте используем место на за 4. Вместо тебя, допустим. В общем, давайте уже в бой пойдем. Королевский сад. Блистательно. Вот легендарочка. Рояль Клэш. Так, бой. А как тут мы сделаем? Допустим, наверное, с гиганта начнем. Я так понимаю, я с настоящими людьми играю.
Так, орка. Подрывателя. Так, давайте курей поставим здесь. Блин. Некромант, давай. Бей издалека. Бей дракона. Что-то он застрял, ребят. Баг какой-то. Он так и будет тут стоять? Смотрите, он реально не двигается. А, нет, пошел наконец-таки. А чё раньше ты стоял? Нет, второй раз зайдем. Ставим орка. Дубль 2. Он тоже кого-то робота поставил. Похоже на пеку, что ли? А, нифига себе, он меня сбил. Жестоко. Да иди, давай, бей. Раз. Два. Три размах. Четыре. Хрен остановишь, елки-палки. Пока хорош. Надеюсь, его не будет фиксить. Пока им можно играть. Так, давайте лучниц возьмем. Мне бы тоже тебе. Ладно, хотя бы воина давайте поставим. Пускай он возьмет урон на себя. Нормально, нормально. Все, он взял урон на себя уже. И все, затащили. Отлично, отличненько. Три звездочки у нас. Так, и сейчас мы откроем сундук. Открываем. Что у нас там? Золото, золотишко, гемочки. О, можно прокачать. Давайте пробуем прокачать. А, так, идем сюда. То есть мы тебя возьмем. А, за пятерочку. За пятерочку. В принципе, не знаю, нужна ли нам эта пека или нет. Давайте заменим и прокачаем. Без нее обойдемся. Хотя она так-то хорошая. А, все, не хватает золота. Не хватает золота нам. Можно потратить и взять 1000. Ладно, давайте так и сделаем. Зато мы прокачаемся. Так, улучшим. Курять, я думаю, будет неплохой. Да, неплохая. Уровень 3, смотрите, плюс 168 здоровья и урона плюс 4. Это королевская башня, башня поддержки, здоровье 122 и урон плюс 4. Неплохо. Плюс откроем сундучок. Золотишко. Редкая карта, гном-стрелок. Нормально. Так, неплохо прям. Улучшим давайте. Гнома воина улучшили. Так, ну что ж, тебя бы улучшить бы. Всего лишь первый левел у меня. Вот, король гномов. Ладно, ребятки, следующий, наверное. Новые карты появятся через 9 часов 50. А, это новые карты вот эти, а гном останется, он еще день будет существовать. Я опять забываю разблокировать. Ладно, в бой продолжим. Окей. Тактики придерживаемся той же. Так, используем гиганта. Блин, придется контрить. Так, нормально. Помогаем, помогаем слева. Давай, раз, смотрите. По 120. Молодец прям. Прям шикарно. Мы еще и по правой стороне сделаем. Хоть один раз скинь. По 140, ничего себе.
Одну башню теряет. Колоссально. Так, давайте курятник поставим. Так, неплохо. Они отвлекаются уже на курятник, это хорошо. Что-то дорогой, да, курятник? Так, отлично. Толкайте, толкайте его. Воин гномов. Так, нам надо тоже защищаться. Да раз, два, блин, один раз только. Что-то курятник не очень понравился. Ох, ты же нифига себе разнес просто меня. Просто разнес. Так, продолжим. Так, ставим еще один курятник. Просто не выдержит, он не выдержит такого натиска. Помогаем. Лучники. Раз. А, ну все, выиграли. Правда, одна коронка плоховато. Так, окейушки. Да, нельзя сразу же разблокировать, к сожалению. Так, поэтому в бой. Ну, последний раз играем, последний бой, ребята. Пока нормально, тащим, побеждаем. Рояль Клэш. Классно. Завлекает, в принципе, раз мы умеем в Клэш Рояль играть. Игра раз похожа, то круто. Использует курятник. Ладно, отвлекаем. Ух ты ж, елки-палки, вот тут ты поможешь. Давай. Нифига себе. Жестоко. Он знаток своего дела. Давайте, давайте, скелеты, давайте. Размочите их в трепезги. Я бы сказал, неплохо. О, чё сзади, чё сзади? Блин. Нам тоже надо контрить. Армия скелетов. Вызывай, вызывай еще. Отлично, идут. Так, неплохо зачистили. Раз, два, три. Так, снесни. Одна коронка есть. Он прям сзади ставит. Нет, я не хочу сзади ставить. О, будет добивать меня. По 100, нифига себе, один удар по 100 отнимает. Так, ладно. Нам надо снести, нам надо это снести. Блин, походу дело. Обалдеть, обалдеть. Плохо, конечно.
О, все, все, снес. Почему он уснул, интересно? О боже, о боже, о боже, ну это плохо. О, елки-палки. Ну как так-то вообще? Да у меня осталось все время чуть-чуть. Проиграл. Потому что в конце лоханулся. Одну коронку сработали. Приключения, да, интересно будет посмотреть. Режим приключений будет доступен в следующих обновлениях. Ждем обновления. Поиграем. Надо было пеку все-таки использовать. Давайте возьмем использовать вместо курятника. Ну вот, в общем, пока-пока, ребят. Я все-таки потом посмотрю. Если хотите, я куплю короля гномов. А пока что всем пока-пока, до скорого.